Итак, всем здравствуйте. Сегодня 12 апреля 2012 года. День космонавтики и одновременно третий день босса недели. Я иду по лесу. В общем-то, такой вот лес. Девственно, можно сказать, чисто нетронутой цивилизацией. Это Москва, район Троица-Лыково. Вот. А вот, в общем, так я иду. Вот, иду я уже где-то около 10 минут. Хочу своим, так сказать, примером поддержать босса неделю. Вот. Показать, что ходить по снегу — это здорово. Очень полезно для здоровья, да и приятно. Несмотря на то, что уже, в общем-то, снег немножко не тот, чуть проваливается, это я еще по натоптанной тропе иду. Вот. Но все равно еще ходить можно, еще есть эффект закаливающий. Вот. Так что всем рекомендую. Скажу честно, не знаю, насколько меня сегодня хватит. Вчера меня хватило на 70 минут. Сегодня посмотрим. Будет еще одно видео, где я... Ну, оно в конце уже будет снято. Где я, так сказать, дам подтверждение, сколько я сегодня прошел. Сколько у меня сегодня получилось пройти. До связи. Так и еще раз здравствуйте. Продолжается мой боссопоход в поддержку босса недели по Троице-Лыковскому лесу. На сегодняшний момент продолжительность составляет где-то около 50 минут. Вот. Достаточно красивые пейзажи вокруг. Вот, в общем-то, доказательство, что я никого не обманываю. Как видите, дорога достаточно легкая сейчас. Снег почти не проваливается, натоптали. Вот, мне до точки, где я обычно обуваюсь, идти еще где-то минут, может быть, 10-15. Поэтому это не конец. Ну что еще сказать? Хочу пожелать всем, кто смотрит это видео, счастья, здоровья, удачи по жизни. И чтобы все у вас в жизни получалось. Все ваши мечты сбывались. Спасибо. Всем удачи.